Bugünkü seminerimizde demek ki kafedramız demek Tayanç Doktorantı Muhammed Aliyev Oktamcan'ın disertasyasını muhatma kılamız. İlmi rahbarı Profesör Amirov. Bu uzun ofisyalli kafedranın presentasyonu böyle mi Bahram? Bahram. Ha, худо шунақа домла. После этого он может официально начать. Да, худо шунақа домла. Понятно. Да, официальный семинар наш. Хорошо, значит, сегодня у нас обсуждение диссертации Мамадалиева «Жесткость разрешимых алгебр Лейбница с заданным Ниль радикалом». Научный руководитель, профессор Бахрам Амиров. Мархамат, Октамджан, пошли. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Доклад посвящается изложению диссертации на тему «Жесткость разрешимых алгебр Лейбница с заданным нерадикалом». На протяжении более полувека теория алгебры Ли является одной из наиболее интенсивно развивающихся направлений современной алгебры. Если в начале алгебры Ли рассматривались как инструмент для изучения групп Ли, то уже с середины прошлого столетия они стали самостоятельным объектом исследований. Интерес к алгебрам Ли не ослабевает до сих пор, и это обусловлено их многочисленными приложениями как в математике, так и в физике. В ходе исследования алгебры Ли стали появляться их обобщения. Одним из естественных обобщений алгебры Ли является алгебра Лейбница. Напомним, что класс алгебры Лейбница был впервые предложен Блохом в 1965 году под названием «Д-алгебра». Эти алгебры удовлетворяют условию, что оператор правого умножения на элемент алгебры является дифференцированием алгебры. Значительно позже, в 1993 году, эти алгебры возникли в работе Лоди под современной терминологией алгебры Лейбница. Следует отметить, что основной акцент исследований Лоди и его учеников приходится на когомологические задачи алгебры Лейбница. А построение структурной теории ими не было рассмотрено. Впервые результаты, посвященные исследованию структурной теории, появились в работе Аюпова и его учеников. В частности, получена классификация трехмерных и четырехмерных комплексных алгебр Лейбница, описаны классические свойства нильпотентных и разрешимых алгебр Лейбница и так далее. На данный момент можно сказать, что основной скелет структурной теории коэффициентных алгебр над алгебраически замкнутым полем завершен. В основном эта заслуга принадлежит исследованию Аюпова и его учеников и зарубежных ученых, как Барнса, Горбацевича, Казаса и Ладера. Такие классические результаты теории алгебры Ли, как теорема Энгеля, теорема Ли, теорема о сопряженности под алгебр Картана и теорема Леви, были распространены на случай алгебры Лейбница. Напомним, что аналог теоремы Леви для алгебры Лейбница, доказанный Барнсом в 2012 году, утверждает, что любая конечномерная алгебра Лейбница разлагается в полупрямую сумму полупростой под алгебры Ли и разрешимого радикала. Так как описание полупростых алгебр Ли уже известно из классической теории алгебры Ли, то проблема описания конечномерных алгебр Лейбница сводится к изучению разрешимой части. Благодаря Казусу, Ладеру, Амирову и Каримджанову метод описания разрешимых алгебр Ли с заданным нерадикалом был продолжен на случай алгебры Лейбница. Поэтому задача описания конечномерных алгебр Лейбница сводится к изучению нильпотентных алгебр и их специальных типов дифференцирования. Метод описания алгебры Ли с заданным нерадикалом, основанный Мальцевым в 1945 году,
и затем усовершенствованный Мубаракзяновым в 1963 году. Был применен при описании некоторых классов вращимых алгебры в работах Анкочен, Догму, Винтерница и других. А для вращимых алгебры Лейбница аналогичные результаты получены в работах Казца, Ладре, Камачо, Каньете, Амирова и других. Диссертационная работа посвящается изучению конечноименных вращимых алгебр и их гомологических свойств. Она состоит из введения трех глав, заключения и списка использованной литературы. Перейдем к подробному изложению полученных результатов в диссертации. В параграфе 1.1 первой главы приведены необходимые определения и некоторые известные факты. Алгебра L над полем F называется алгеброй Лейбница, если для любых трех элементов алгебры выполняется следующее тождество. Для произвольной алгебры Лейбница L определим производные и нижние центральные ряды. Алгебра Лейбница L называется разрешимой, если существует S натуральное число такое, что L в степени квадратной скобки S равняется нулю. Алгебра Лейбница L называется нильпотентной, если существует S натуральное число такое, что L в степени S равняется нулю. Максимальный нильпотентный идеал алгебры Лейбница L называется нильрадикалом. Конечномерная алгебра Лейбница L называется филиформной, если выполняется следующее условие. Пусть L – n-мерная филиформная алгебра Лейбница. Обозначим фактор пространства через LI, следующий фактор пространства. И обозначим прямую сумму фактор пространств через L. Тогда мы получим градированную алгебру L. Если алгебра Лейбница L изоморфна градированной алгеброй, то L называется естественным образом градированной алгеброй. Сейчас, минуточку. Вы тут говорите пространство, а теперь говорите алгебру. Надо объяснить, что GRL является алгеброй, и там условия есть градировки, что там... Что вы говорите фактор пространства и сумма пространства. Теперь говорите алгебра. Значит, там на умножении тоже какие-то условия должны быть, чтобы там GR превратить в алгебру. Вопрос понятен? Да, да. Да, фактор пространства определяется умножение, которое удовлетворяет билинейный закон билинейности. Условия билинейности. Нет, не умножение. Что такое умножение? А про градуировки какие-то условия должны быть? Умножение там понятно, что фактор алгебры есть умножение. Но чтобы тут было там какие-то свойства должны быть. Бахрам считает. Ну, вот так вот, например, Ашитама. ГРЛ1 умножить на ГРЛ2. Да. Где будет лежать? И... Куда попадает? Элемент из ГР1 умножить на ГРЛ3. На самом деле, в этом пространстве, в GRL, надо было определить умножение. Надо было знать, как определяется умножение здесь. И вот условие градировки выполняется. Если бы он сказал, что вот этот GRL1 на GRL2. GRL1? На GRL2. То есть надо... Где сказал, содержится умножение? GRL3 содержится. Ну, понятно, что GRI... умножить на GRG принадлежит чему? Хорошо. GR, GR,
и плюс g, вот это надо и сказать. Это будет тогда превращается в алгебру. Вообще говоря, эта алгебра может не быть изоморфной самой исходной алгебры. Правильно вообще говоря? Да, правильно. Но если она изоморфна, исходной, тогда мы называем эту, значит, алгебру, естественно, он градуированный. Шуни гапрыш керек де? Шуни зме? Да. Майшо савалеги таяр боп туш керек. Объединяя результаты Верна Аюпова и Амирова, мы получим следующий результат. То есть в этом верна следующая теорема. Любая n-мерная, комплексная, естественным образом градированная алгебра Лейбница изоморфна одной из следующих попарно неизоморфных алгебр. Здесь получены три алгебры, которых из них третья алгебра Лиева алгебра, причем альфа-параметр принимает значение 0 или 1, если n четна. Если n нечетна, то альфа равняется 0. А алгебра fn1 и fn2 не Лиева алгебра. fn1 неразложимая алгебра, fn2 разложимая алгебра. В PhD диссертации Каранджанова получено одномерное разрешимое расширение алгебры fn1. То есть произвольная n плюс одномерная разрешимая алгебра Лейбница с нерадикалом fn1 изоморфна одной из следующих попарно неизоморфных алгебр. Здесь получено 5 алгебр, которых R2 и 5 параметрические. Среди этих алгебр отметим, что алгебра R1 обладает особыми свойствами, которые далее мы будем излагать. Пусть L – Z-градированная алгебра Лейбница с конечным числом ненулевых пространств. То есть L разлагается в прямую сумму ненулевых подпространств, градированных подпространств, где имеет место следующее вложение. Будем говорить, что нильпотентная алгебра Лейбница L допускает связанное градирование, если L разлагается в прямую сумму ненулевых градированных подпространств. Следующее число будем назвать длиной алгебры Лейбница L. То есть это число ненулевых градированных подпространств, где градирование связное. Алгебра Лейбница L называется алгеброй максимальной длины, если длина и размерность алгебры совпадают. Алгебра Лейбница L называется квазифилиформной, если выполняется следующее условие. В работе Камачо, Каньете, Гомеса, Амирова получена классификация n-мерных квазифилиформных нелиевых алгебр Лейбница. То есть ими получено, что любая n-мерная квазифилиформная нелиевая алгебра Лейбница максимальной длины изоморфна одной из следующих попарно неизоморфных алгебр, где здесь m1 дельта в алгебре m1 дельта, дельта параметр принимает 0 или 1 значение, а во второй алгебре лямбда произвольное комплексное число. И в третьей алгебре альфа принимает значение 0 или 1, если n равно 6. Если n больше 6, то альфа равняется 0. Приведем понятие независимых дифференцирований. Система дифференцирований D1 и так далее Dn алгебры Лейбница L называется независимой, если их нетривиальная линейная комбинация не является нильпотентной. Другими словами, если для любых альфа-1 и так далее альфа-n элементов поля существует такое натуральное число k, что линейная комбинация в степени k равняется нулю, то все коэффициенты равны нулю. Известно, что всякая разрешимая алгебра Лейбница имеет максимальный нильпотентный идеал.
Таким образом, если задана различимая алгебра Лейбница R с нильрадикалом N, то ее можно разрешить в виде прямой суммы нильрадикала и векторного пространства, дополняющего векторное пространство к нильрадикалу. Обозначим через R в скобках NS семейство различимых алгебр Лейбница с нильрадикалом N и разменностью дополняющего пространства Q равной S. В работе Абдрасулова и других получено максимально различимое расширение квазифильформных алгебр Лейбница максимальной длины. Произвольная алгебра из семейства RM102 изоморфна следующей алгебре. В следующей теореме получено максимально расширимое расширение алгебры М2 лямбда. То есть произвольная алгебра из семейства RM2 лямбда 2 изоморфна одной из следующих алгебр. Пусть L нильпотентная алгебра Лейбница и пусть X элемент нележащего L квадрат. Для нильпотентного оператора правого умножения R от X рассмотрим убывающую последовательность Sx равная M1 и так далее Ms, состоящую из размеров жордановых клеток оператора R от X. На множество таких последовательностей определим лексикографический порядок. Последовательность максимальная среди Sx, где x пробегает L минус L квадрат, называется характеристической последовательностью алгебры L. В параграфе 1.2 получены различимые расширения нильпотентной модельной алгебры Лейбница с характеристической последовательностью M1 и M2. Рассмотрим нильпотентную алгебру Лейбница, таблицу умножения, которая имеет следующий вид, ЕИТ умноженное Е1,1 равное ЕИ плюс 1Т, где Т принимает от 1 до S и И принимает от 1 до МТ минус 1. Нетрудно видеть, что это характеристическая последовательность этой алгебры равна M1 и так далее MS. Обозначим эту алгебру через N, M1 и так далее MS. И будем назвать эту алгебру нильпотентной модельной нильевой алгеброй Лейбница с произвольной характеристической последовательностью. Рассмотрим случай, когда S равно 2. Алгебра N, M1, M2 имеет следующую таблицу умножения, где ЕИТ и ФИТ баз алгебры N, M1, M2. Чтобы получить различимые алгебры с нильрадикалом N, M1, M2, нам нужно знать общий вид дифференцирования этой алгебры. Следующее предложение описано получен общий вид дифференцирования алгебры N, M1, M2. Нильпотентность алгебры дифференцирования D зависит от параметров α1,1 и β2,1. Имеем следующее следствие отсюда. Максимальное число независимых дифференцирований алгебры равно 2. В работе Казаса, Ладро, Амирова и Каранджанова доказано, что разменность дополняющего пространства к нильрадикалу не превышает максимального числа нильнезависимых дифференцирований. Основными результатами данного параграфа являются следующие две теоремы. Произвольная алгебра из семейства R, NM1, N2,1 существует базис такой, что ее таблица умножения в этом базе имеет одно из следующих видов. Получены две семейства алгебры M1, оба
параметрические. М1 алгебра семейства и М2 семейства. Следующая теорема получена описание максимально различимого расширения алгебры N, M1, M2. То есть произвольная алгебра Лейбница из семейства R, N, M1, M2, 2 изоморфна следующей алгебры. Параграф 1.3. Мы обобщили этот результат для произвольной S. То есть основным результатом этого параграфа является следующая теорема. Произвольная алгебра Лейбница из семейства R, N, M1 и так далее, MSS, изоморфна следующей алгебры. Обозначим эту алгебру через R'. Глава 2 посвящена полноте некоторых максимально различимых расширений непатентных алгебр Лейбница. Алгебра Лейбница называется полной, если ее центр тривиальный и любое дифференцирование алгебры является внутренним. Основным результатом параграфа 2.1 является следующее предложение. Алгебра Лейбница R', полученная в теореме 1.3.3, является полной. Отметим, что когда размерность дополняющего подпространства к нерадикалу меньше, чем максимальное значение, тогда существуют различимые алгебры, не являющиеся полными. Например, алгебры семейства M1 и M2 из теоремы 1, 2, 3 не являются полными при любых параметрах. В параграфе 2.2 доказывается полнота максимально различимых расширений квазифильфорных алгебр Лейбница максимальной длины, полученных в теоремах 1.1.19 и 1.1.20. Основные результаты параграфа 2.2 мы сформулируем в следующем предложении. То есть Значимое расширение алгебр М1.0, М2.0 и М2-1 является полным. Третья глава посвящается когомологической жесткости максимально значимых расширений заданных непатентных алгебр Лейбница. Так же, как и другие конечноименные алгебры, которые задаются тройствами, алгебры Лейбница заданной размерности образуют алгебраическое многообразие. Ввиду того, что любое алгебраическое многообразие представляется в виде объединения конечного числа непроводимых компонентов, а они, в свою очередь, описываются открытыми подмножествами, то важное значение при описании многообразия конечноименных алгебр состоит в описании алгебр, орбиты которых под действием линейной группы являются открытыми множествами. Алгебры с такими орбитами называются жесткими алгебрами. Таким образом, замыкание орбит жестких алгебр дает непроводимые компоненты многообразия. Существуют различные критерии жесткости, выражающие это исходно-топологическое понятие в других терминах. А наиболее важным среди таких критерий для случая алгебр Ли является достаточный критерий жесткости, доказанный Нейнхейсом и Ричардсоном в 1967 году с использованием второй группы когомологии. Для случая алгебр Лейбница аналогичный результат получен Балованом в 1996 году. Следует отметить, что вычисление вторых групп когомологии связано с довольно громоздкими вычислительными трудностями. Для случая алгебры Ли, Хохшильд и Сель доказали теорему, которая значительно упрощает вычисление групп когомологии. А для нелиевых алгебр Лейбница, к сожалению, аналог теоремы Хохшильд и Сель на данный момент отсутствует.
И поэтому в каждом отдельном случае приходится использовать структуру рассматриваемой алгебры. Я не буду приводить определение n-й группы когомологии в виде громоздкости определения и ограничусь приведением определения второй группы когомологии. Вторая группа когомологии алгебры Лейбница L – это фактор пространства, пространство 2 кациклов по пространству 2 к границ, где 2 кациклы и 2 к границы определяются следующими равенствами соответственно. Приведем критерии Балуана. Пусть L – конечномерная алгебра Лейбница над полем характеристики 0. Если вторая группа когомологии тривиальна алгебре, то L – жесткая алгебра. Алгебра Лейбница L называется когомологически жесткой, если ее вторая группа когомологии тривиальна. В параграфе 3.1 доказывается полнота и когомологическая жесткость различима алгебры Лейбница R1 из теоремы 1.1.16. Следующее предложение приведено общий вид дифференцирования алгебры R1. Всякое дифференцирование алгебры Лейбница R1 имеет следующий матричный вид. Из общего матричного вида дифференцирования алгебры R1 видно, что разменность пространства дифференцирования равна 2. Из структуры алгебры имеет две оператор правого умножения, то есть пространство внутренних дифференцирований тоже равняется 2. Отсюда следует, что всякое дифференцирование алгебры R1 является внутренним. И из таблицы умножения алгебры R1 можно получить, что центр тривиальный. И таким образом получим полноту алгебры R1. Основным результатом параграфа 3.1 является следующая теорема. Алгебра R1 является когомологически жесткой. Отсюда из критерия Балуана получим следующее следствие. Алгебра R1 является жесткой в многообразии n плюс одномерных алгебр Лейбница. В параграфе 3.2 доказана когомологическая жесткость максимально различимых расширений квазифильформных алгебр Лейбница максимальной длины, полученных в теоремах 1.1.19 и 1.1.20. Основные результаты этого параграфа мы сформулируем в следующей теореме. То есть вторая группа когомологии максимально различимых расширений алгебр M1.0, M2.0, M2-1 равняется 0. В параграфе 3.3 доказывается тривиальность второй группы когомологии алгебры R', полученной в теореме 1.3.3. То есть максимально различимое расширение модельной нильпотентной алгебры Лейбница N, M1 и так далее, MS является когомологически жесткой. Отсюда из критерия Балуана мы получим следующее следствие. Алгебра R' является жесткой в многообразии алгебр Лейбница размерности M1 плюс и так далее, MS плюс S. Следует отметить, что Лиевый аналог данного результата получен в работе Анкоча и Кампомора в 2016 году. Они получили максимально различимое расширение модельной Лиевой алгебры с произвольной характеристической последовательностью. Кроме того, они доказали тривиальность первых и вторых групп когомологии, используя теорему Хохшильда-Серра. У меня все. Спасибо. У меня вопрос. Вот вы сейчас сказали, когомологически жесткость, значит, вторая группа когомологии равна нулю, правильно? Да.
А жесткий что означало? Просто жесткий, многообразие. Это... орбита является открытой топологией Зарийского, который... Если орбита является открытой, то алгебра называется жесткой, да? Многообразие. Да, орбита под действием линейной группы GLN является жесткой. Открытой. Открытой. То эти алгебры являются жесткими. Да. Понятно. А вот многообразие, сказали, распадается на неприводимые компоненты. Что означало неприводимые компоненты? Это максимально непроводимое подмножество многообразия. Максимально непроводимое подмножество многообразия. Непроводимое что означает? Непроводимое это не представляется в виде объединения двух подмножеств. Замкнутых подмножеств. Замкнутых? Да. Не да, просто? Замкнутых. А в какой топологии? В топологии Зарийского. Ну, в этом случае, наверное, совпадает с обычной топологией, да? Топологии Зарийского, нет? Евклидовой топологии совпадает? Вопрос понятен? Что не рисовали? У нас все алгебры комплексные. Так. И что? Алгебрически замкнутое поле комплексное. Такой вопрос. Публикации что-то не показали. Сейчас перейдем к публикациям. Давайте. Константин публикация. Так, СИБМАТ-журнал, бюллетень института, УЗМАТ-журнал. Так. Значит, одна совместная в зарубежном, в СИБМАТ-журнале. Остальные у нас. И без автора тоже есть. Хорошо. Дальше еще что? Публикации в конференции. Это материалы конференции. Так, узбекско-российские. Так, международные конференции тоже есть. Ну, формально все требования к публикациям выполнены. Пожалуйста, вопросы еще. Семена Азолар, Мархамад, Соваль Бусе. У кого есть вопрос? Джават Хаджич, у вас еще вопрос есть? Йог, мэнда Соваль, йог. Арли боли. Етарли мы? Да, етарли, чинали. Так, ну, тогда слово научному руководителю. Пожалуйста, Бахрам. Так, диссертация Ухтамджона, Ухтам Мамадалиева посвящена разрешимым алгебрам с заданными радикалами и их описание свойств дифференцирования и вторых групп к гомологии. Я бы на самом деле здесь вот у него одна зарубежная статья, но я бы хотел бы отметить, что одна из публикаций в узбекском математическом журнале, она могла бы она достойна вообще, она могла быть опубликована в зарубежном журнале. Но просто престиж узбекского математического журнала тоже надо поднимать, и с одной стороны, и с другой, просто у него проблемы с английским языком, поэтому, поэтому послали в узбекский математический журнал, а так я бы выделил бы в данной диссертации три основных момента.
вот как он изложил, кажется, что он получил какие-то разрешимые алгебры с данными нерадикалами, получил их описание, и потом первые и вторые группы к гомологии описал. Но, во-первых, если рассмотреть алгебру R1, где особенность этого результата, алгебра R1, дело в том, что в случае алгебры Ли такого быть не может. То есть, когда размерность максимального, размерность дополняющего подпространства к нерадикалу максимальна, то есть очень большое предположение, что эта алгебра хорошая, в том плане, что она будет полной, когомологически жесткой, такой. А для алгебры Ли, если размерность вот этого Q, размерность дополняющего подпространства, меньше, чем максимальная, то в этом случае все алгебры не будут полными. У них всегда есть внешнее дифференцирование для алгебры Ли. А вот теорема 1.1.16, здесь видим, здесь есть сколько? 5 алгебр, то есть 3 конкретные алгебры и 2 параметрических семейства. И вот алгебра R1, она имеет свойство, что у нее и первые, и вторые когомологии нули. А такого в алгебре Ли быть не может. Быть не может. Поэтому это особенность такая. Вообще показать то, что когомологическая жесткость либо обычная жесткость для какой-то n-мерной алгебры, это уже хорошо. Так, это первый момент. Он в этой теореме нашел эту алгебру, показал, что она особенная. Да? То есть вы хотите сказать, что в этих теоремах аналога для алгебры Ли нет? Это особенность для алгебры Лейбница? Да, и не существует. Там просто если задана произвольная алгебра, разрешимая алгебра Ли, у которого размерность максимального дополняющего подпространства к нерадикалу не максимальная, то тогда всегда у нее будет внешнее дифференцирование. А здесь мы видим FN1 – это нильпотентная алгебра, у которой размерность дополняющего подпространства может иметь 1 либо 2. В случае 2, понятно, там будет хорошая алгебра. Она единственная. А в случае, когда размер с дополняющего подпространства единица, вот получается много, и среди них он выделил R1, он нашел эту R и показал, что она имеет хорошие свойства. Такого в алгебре быть не может. Это первый момент. Да. В алгебрах Лейбница быть не может, да. Да, только в алгебрах Лейбница может быть. Второй момент. Вот был Абдурасулом был получен хороший результат в случае, когда размерность дополняющего подпространства совпадает с числом порождающих нерадикала, то он показал, что эти алгебры будут полными, и даже показал, что у них при каких-то условиях будут вообще не только вторые, но и n-ты когомологии 0. Уктамджо, оно квазифилиформный габарит. Описание. Дело в том, что здесь вот они. Нет, вот нет, выше. Сейчас пропустили. Вот здесь эти алгебры квазифилиформные, они у них число порождающих равняется 3. Но размерность дополняющего подпространства к этим, вот в данном случае для данных алгебр, у них меньше, чем 3. 3. Только может иметь размерность 1 либо 2. И в этом случае он показывает, что они единственные и получает результаты, что они полные, первые и вторые когомологии равны нулю для этой алгебры. То есть в 2011 году Снобель поставил такую гипотезу, что если есть нерадикал и если размерность дополняющего подпространства максимальная, то такая разрешимая алгебра единственная. В случае результатов Абдурасулова
у него было ограничение на то, что размеры дополняющего подпространства совпадают с числом порождающих. У него было там частично эта проблема, гипотеза Снобля решена была положительно. А вот в диссертации здесь Октама здесь он приводит примеры, показывающие, что гипотеза Снобля, она тоже верна. Не только, то есть показывает примеры, для которых гипотеза Снобля, она выполняется положительно и не только в случае алгебры, но и в случае алгебры Лейбница. И мы надеемся, что по описанию дальше от разрешимых алгебр с квазифилиформой неливых алгебр Лейбница максимальной длины с максимальным дополняющим подпространством позволит нам обобщить результат, то есть доказать полностью, проверить гипотезу Снобля. То есть не только с условием, которое рассматривал Абдрасулов, а в общем случае, без каких-либо ограничений. И вот здесь, в этой диссертации, приведены примеры, и которые в дальнейшем мы можем использовать и их обобщить. Это второй момент. И последний момент, который я хотел бы отметить, в работе Анкоче и Бермудуса были описаны разрешимые алгебры произвольной характеристической с нерадикалом произвольной характеристической последовательности и максимальным дополняющим подпространством, и получены ее хорошие свойства. То есть первые, вторые и даже третьи, как гомологии, показано, что они тривиальны, с коэффициентом в регулярном модуле. Аналог этого результата был получен вот Октамджоном. Это последний его результат. Надо сказать, что результат довольно нетривиальный, и этот нетривиальный результат был последний, и он был опубликован в Сибирском математическом журнале, и рецензент, рефери очень благосклонно отнесся и отметил важность этого результата. И если смотреть результаты, то они хорошие результаты, глубокие, доказаны со всей математической строгостью. Оформление диссертации диссертация была оформлена по всем положениям ВАК. Так, и я рекомендую ее к защите, и я считаю, что Октамджон достоин звания PhD. По своему уровню знаний отвечает требованиям? У него знания Шавкатакя хорошие, но он очень стеснительный. Вот если вы задали вопрос по поводу градуировки. На самом деле, раньше, вот в предыдущих версиях, там было вложение GRLI умножить на GRLG, содержит GRLI плюс G. Но потом этот слайд был, там он расширился, убрали. Если сказать спокойно и нормальной обстановке, он ответит. Но если строго спросить, то он теряется. У него такое есть свойство. Это еще при том, он очень долго тренировался по русскому языку, он настолько волновался, и надо учитывать, что это парень, который закончил русскую школу, и от волнения очень часто забывает даже русский язык. Но вы говорите, если в нормальной ситуации. А когда бывает нормальная ситуация? Это что, у нас на семинаре ненормальная, что ли, ситуация? Ну, груз этот ну, на защите, тем более, там будет более ответственный, чем на семинаре, во-первых. Ну да, в принципе. Так, как сдан кандидатский минимум? Октамджон. Качан тапшырдыз? Малеке анакам алгебрадан? Малеке имтихан? Звук. Микрофон яқин. 72 балл. Маш кечи тапшырдызмы? Йок. Мен өткенде тапшырдым. Өткен. 72 бу нече баға келеді? 4-ге ме? 3-ге ме? 4-ге келеді. 4-ге ме? Ну хорошо. А то кече
topshirganlar ichida 2 ham bo'ldi, 3 ham bo'ldi. Mutaxassislikdan bo'lmaydi 3 olish, 4 bo'lsa normalni, хорошо. Xo'p. Rahbarga savollar yo'qmi? Bo'lmasa so'z retsenzentga. Marhamat Abror Xudoyberdiyev. Assalomu alaykum. Да, диссертант очень подробно рассказал о результатах, тем более научный руководитель об основных моментах подробно рассказал. Я не хочу повторить. Ну, я думаю, что диссертация можно рекомендовать на совет. Прошлый раз я посмотрел, когда он докладывал в Институт математики. Были замечания. Он все эти замечания подправлял. Ну, наверное, в таком виде уже можно рекомендовать, можно подать на совет. Я думаю, что наша кафедра может рекомендовать ее к защите. Спасибо. Есть еще комментарии, желающие выступить? Для отходить у вас нет возражений? Хорошо. Рахмат. Ну все, тогда Бомиса Бахрам протоколом кафедры можете оформлять. И уже приступать к официальной процедуре внесения в наш совет. Так, рахмат. Демек, бүгінде, демек, ішлеріңізге омат, Октамжан. Рахмат, домны. Рахмат, домны.